Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня расскажу, как мы с мамой ездили в Икею отмечать ее день рождения. Мы нашли автобус, который довез нас до Икеи прямо от дома, поэтому в этот раз наше путешествие было не таким напряжным от дома до дома и уже в магазине. Ну, мы решили просто пробежаться по магазину, посмотреть, что там новенького. С прошлого года ничего, в принципе, нового не нашли, поэтому показываю вот все, что удалось снять. Найти какие-то новинки, почитать книжки, посмотреть предметы интерьеров. Смотри, какие книжки. Не знаю, что это. Это, наверное, шведский. Странно. А, вот так. Почитаем. Удобно, свет падает. Проблем. Лазарен. Проблема, сейчас прочитаю. О, так это полезные советы. Читайте полезные советы. Раньше мы очень часто ходили в Икею до жизни в Лондоне и наслаждались интересным дизайном иностранщины, так скажем. Вот в этот раз нашли тоже интересные какие-то баночки, скляночки, лампочки, цветочки. Все это я поснимала и показываю вам, как это выглядит нынче в Икее. Даже с видом из окон на российские хрущевки. Пока готовишь обед, можешь посмотреть из окна. Мамка выбрала себе диван за 23 798 рублей. Куба не дура. Лежим в Икее. У мамки день рождения. Днем рождения. Смотрите. Пойдем посмотрим цены в магазине, в кафе Икеи. Основное, что мы хотели сделать в Икее, это пообедать. Раньше мы брали лосось с салатом, лично я, мама там тоже что-то брала, но в этот раз мы зашли в ресторан, посмотрели, как-то за 200 рублей лосось не очень так выглядит, лучше за 200 рублей купить целую упаковку лосося и прикупить салат и съесть, получится намного дешевле. Также мы нашли магазин шведских продуктов, и что я там сняла, вам сейчас показываю. Магазин шведских продуктов. Кофе жареный, 400 рублей. Печенье. Крекер тонкий, 400 рублей. Вот мамка что-то нашла. Печенье, крекер. 500 рублей. Хочешь, чтобы на день рождения я тебе подарила? А вот еще какой-то крекер.
399 рублей. О, я нашла. Видишь, almond кейк. Почти что чизкейк. И стоит он у нас... О, здесь, кстати, дешевле стоит, 450. А в перекрестке такой 700. 800. Ого. Ага. Там брусничное варенье. Вот я бы купила, будь оно подешевле. 249. 400 грамм. Брусника это? Джем брусничный, да. Ой, это какой-то лимонад? Сироп для приготовления напитков с экстрактом цветов и бузины. Кетчуп, кетчуп. Стоит 49. Фрикадельки мясные. Килограмм 469 рублей. Хрустящий жареный лук. Не ела. Ростик лук. Я поняла, лук у них О и два, две точки. Люк, ростик, почти что. Жареный лук, паста. 169 рублей. Такая разноцветная. А нет, это просто с овощами. Маме понравился крекер, хлебцы. Криспред. Рай. Черный. А, видишь, что ты по-шведски и по-английски написано. А это тут для тортиков такой. Это лаваш. Хрустящий. А, вот я вот эти любила. Почти такие. Конечно, это не понятно. 49 рублей. В магазинах примерно так же стоит. Мама выбирает себе подушку. Подушка 4500. Хорошую подушку ты выбрала. Ну что, берем? Ну, она прямо так подстраивается под тело. Ну, почему такая 100% хлопок? Дорогая. Ну это вот как у меня. Вот как раз подстройка идет. Стоит она 2300, но я за 1000 покупала. Ну, немножко другая, конечно. Вот, смотри, вот хорошая подушка. Эргономичные. Вот она и твердая, и широкая, как под наши наволочки 50 на 70, которые я из Лондона привезла. Можно стирать. А, вот она из чего. Видишь, какие-то катышки. Все, что можно стирать. Ага. Ну все, берем такие. И удобно спать. И она, в принципе, и провалится как надо. И толстенькая, и тверденькая. В общем, берем. А то мы старенькие. Довольна? Мамка себе полотенчики ищет на кухню. И почковитые, и маленькие. Какие-то нашла. Сколько они стоят? Два. Две штуки за 99 рублей. Все, берем. Наша цена. А то какие-то тут вообще по 799, по 200, по 300. Берешь? Взяла. Да. О, картинка-то наполнилась. А то я боялась, что пустой поедем. Довольна? Вазочки, цветочки. Идем маме выбирать горшочек с цветком. Какой букет? Фаршет. Лаванда. Пакетики. О,
для нашей крошечки надо купить такую кроватку. Красиво. Давай для Челсика вот такую купим штучку. Вот видишь, ну тут пудель сидит, не Челсик. Но Челсик такой и не умеет. Она же у нас упитанная, как тут некоторые сказали. Собака хорошо питается. Мамка пошла в мир цветов выбирать себе горшочек с зеленью. Может, пальму вот такую? А может, вот такой фикус? Вот смотри, тоже написано 899, да? А это что? Искусственное растение в горшке, вот это вот. А это мы тогда просто хотели купить, тоже за 899 две взяли, а оно стоит 2000. Ну, мы выложили, конечно. Не стоит оно 2000. Хотя красивый дизайн, конечно. Вот интересно. Вот мамка вот такой захотела. Как елочка получается. Да, горшочки намного изящнее смотрится. Интересно. Ты подставочку сделаешь? Ну да, я сейчас на всей подставке. А сколько? 349 это растение, а горшочек сколько стоит? Горшочек у нас сколько стоит? Не важно. Да, симпатично. В итоге мы просто решили купить хот-доги с мороженым и пообедали в кафешке Икеи. Кстати, нас очень удивила очередь в кассе. Стояло человек 50, наверное. И чтобы получить свой заветный хот-дог, мы простояли минут 10-15. Ну, а потом просто так вот пообедали. Сильно мы не паримся в праздновании дней рождения. Обычно мы куда-то выезжали, но сейчас мы побаиваемся ехать, так как нынче поездки очень дорогие, со всеми этими прививками, со всеми этими закрытиями, открытиями границ, мы пока решили никуда не ездить. Вот, приехали отпраздновать мамкин день рождения. Днем рождения, мамочка! С хот-догами и с мороженым. Мне шоколадное, маме с малиновым сиропом. Мамка довольна. Вот так вот мы отметили мамин день рождения в Икее. Раньше для меня магазин Икея был как окно в Европу, а сейчас Икея в моих глазах немножко сдулась, так как очень много выставок дизайна я посетила в Лондоне. Поэтому в Икею нынче я хожу как в обычный магазин. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!